Размер активов на балансе Федеральной резервной системы США сейчас составляет 7,1 триллион долларов. То есть с марта 2020 года, вот она эта схема, с периода кризиса, да, то есть вот объем вливания денежных Федрезервом, да, выкуп активов. Сумасшедшие просто цифры у нас получаются, 4,2 и практически 7,2. 2,9 триллиона долларов напечатано. Конечно, куда могут падать рынки при этом? То есть пока предоставляют ликвидности. Одновременно при этом с предоставлением таких объемов ликвидности, опять здесь не учтены еще и объемы, которые были предоставлены по операциям репо 30-дневными. Здесь не учтены объем поддержки, который оказало правительство США в размере 2,5 триллионов долларов сегмента малого и среднего бизнеса и пособия по безработице. Там куча программ, да, которыми поддерживает правительство. Причем и правительство, и Федеральная резервная система США заявили о том, что если потребуется необходимость, эти меры могут быть расширены, ну, по крайней мере, со стороны исполнительной власти правительства Соединенных Штатов Америки до 6 триллионов долларов, а Федрезерв заявил, что 2,5 триллионов долларов США может быть потрачено на выкуп активов муниципальных облигаций, да, то есть выпуска муниципальных облигаций, чтобы поддержать штаты, ну, то есть у нас субъекты федерации в России, да, в Америке это штаты, если можно так назвать, провести параллели как субъекты федерации, то есть фактически центральный банк, опять же, центральный банк, ставим в кавычки, что Федрезерв не является центральным банком США, заявил о том, что, в принципе, на 2,5 триллиона долларов они могут выкупить облигации еще и штатов, да, что тоже, в принципе, приводит к тому, что предоставляют ликвидность. На всем этом фоне эффективная процентная ставка по федеральным фондам сейчас составляет 0,5%, да, то есть практически упала в ноль. То есть предоставление ликвидности как посредством снижения процентной ставки, так и посредством программ выкупа активов. Конечно же, когда предоставляются такие объемы ликвидности, сложно говорить о том, что рынки могут упасть, но все-таки, если суммировать, допустим, Америку, получается 2,9 триллиона – это поддержка была со стороны Федрезерва, 2,5 триллиона – это была поддержка со стороны правительства, то есть совокупный объем поддержки только в США составил порядка 5 триллионов. При этом падение ВВП, которое прогнозируется, мирового ВВП, составляет 9 триллионов. Да, то есть все остальные, соответственно, должны еще 5 триллионов предоставить. Вопрос, как будут предоставлять, это раз. И второй вопрос, да, который для меня, наверное, является основным, вопрос в том, что вы эти деньги предоставляете, но если это предоставляет правительство, потом правительство эти деньги должно где-то взять. Если вы предоставляете деньги, печатая их, увеличив свой баланс там, на 64-68%, да, то в этом случае потом, то есть опять эти деньги, они как бы временные, да, то есть их все равно надо будет возвращать, вопрос, кто будет возвращать, то есть фактически экономика же, она изменилась. И мы уже сейчас живем в новых реалиях, которые пока не совсем людям, экономистам, финансистам, инвесторам понятны. В такой ситуации, конечно же, логичным является иметь вот эту вот осторожную позицию, рыночно-нейтральный портфель, и по мере того, как мы видим, действуют инсайдеры, по мере того, как наоборот распаляется оптимизм, я думаю, что не нужно подвергаться общей тенденции, а нужно иметь свою точку зрения, да, и быть, наверное, в этот период больше осторожным, чем агрессивным. Ну, потому что агрессивным нужно быть, когда страшно. Знаете, вот здесь хочется привести пример того же самого Баффета, да, и неоднократно я это говорил на поддерживающих наших встречах, когда мы говорили в период наибольшего страха. Сейчас вот, ну, просто посмотрите на сентимент, да, посмотрите на свои ощущения, на свое состояние, когда вы смотрите за своим брокерским счетом, когда то ФСК стрельнет, то ТКК там восстановится, да, когда там отдельные истории начинают расти. Конечно, здесь оптимизм, да, здесь душа не может не радоваться. Другой вопрос, что радуется она меньше, чем горюет, когда все падает. Ну и вот посмотрите там, отследите свои собственные внутренние ощущения какие. То есть позитив, все классно, все хорошо, вроде бы пережили. Ребят, я думаю, пока что рано радоваться. При этом расти американский рынок, я этого не исключаю. Но, как мне кажется, вопрос emerging markets, развивающихся рынков, куда сейчас ринулись деньги,
вот развивающимся рынкам может достаться. Россия, соответственно, в этом же числе находится, то есть России также может достаться. Что будет дальше, пока непонятно. Если посмотреть, что делали мы во всей этой ситуации, у нас был рыночно-нейтральный портфель, мы свели наши движения к минимуму. То есть усредненная позиция заключается в том, что она фактически нейтральная, да, то есть есть такие, нет агрессивной покупки, нет агрессивных продаж, то есть вот такое плавное движение вверх-вниз в пределах 3-5%. Количество инструментарий, которые доступен инсайдерам, гораздо больше, чем количество инструментарий, которые доступен для нас на нашем уровне, да, и для меня, и для вас. Но при этом общая позиция, которую мы занимаем, мы как бы здесь не спекулируем, то есть у нас по-прежнему задача долгосрочного прироста капитала. Если посмотреть, где находимся мы, то в этом случае мы находимся очень близко к позиции умных денег. Ребят, в ситуации такой неопределенности, такой волатильности, в которой находимся мы сейчас, где приходится принимать решения, как Уоррен Баффет говорил, всегда эффективность моей деятельности как инвестора нужно сравнивать с тем, что я делаю в сравнении с рынком, да? То есть, если вы чувствуете себя лучше рынка, да, то это классно, это здорово. У нас грядет очень непростое время, где важно будет сохранять капитал, да, и нужно понимать, что вы делаете не так, да, чтобы не повторить этих ошибок.